Год семьи официально открыли в Приморском крае. В торжественной обстановке огонь семейного очага «Сердце России» супруги Курносенок передали директору Департамента записи актов гражданского состояния Приморского края Ольге Андросовой. Губернатор региона Олег Кожемяка дал старт мероприятиям в Приморье. Мы открываем, объявленный нашим президентом, год семьи в Приморском крае. Старт ему был дан на Всероссийском семейном форуме «Родные, любимые в Москве». Там же всем регионам был передан огонь семейного очага «Сердце России», который будет передан эстафетой во все муниципальные образования нашего края. 132 тысячи приморских семей получают 25 видов государственной поддержки. Это единовременные выплаты, различные компенсации и материнский капитал. 23 тысячи семей многодетные, которые воспитывают 76 тысяч ребятишек. И безусловно, наша задача сделать так, чтобы детство было у них комфортным. С тем, чтобы они меньше знали забот, с тем, чтобы государство поддерживало, опекало эти особенно многодетные семьи, кто взял на себя такую большую ответственность за воспитание подрастающего поколения. Торжество продолжилось выступлениями разных семей из некоторых муниципалитетов края, которые присоединились к мероприятию через телемост. Зрители сыграли в интеллектуальную игру на знание семейных традиций, а артисты представили свои яркие концертные номера, посвященные семье и семейным ценностям. Напомним, во время Всероссийского форума «Родные и любимые» состоялась торжественная церемония начала года семьи. Старт ему дал президент России Владимир Путин. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.